Итак, друзья, слушайте анекдот про мужика-бизнесмена. Один мужик долго не мог найти работу, а потом решился и открыл свою частную клинику. В своих рекламных плакатах он написал такую фразу: «Вылечим все за 5000 рублей, а если не вылечим, вернем вам 10 тысяч рублей». Ну, один умный врач это увидел и решил срубить бабок с данного мужика. Ну, приходит, значит, в эту клинику и говорит: «Доктор, я вкус потерял, помогите мне, пожалуйста». «Окей». Мужик говорит: «Сестра, принесите мне баночку под номером 100». Приносят ему. Достают из этой баночки что-то и дают ему проглотить. Этот пациент проглатывает и возмущается: «Да это же соляра с говном, вы что? Поздравляем, вы вновь обрели возможность чувствовать вкус, с вас 5000 рублей». Ну, этот врач-пациент, конечно, разозлился и приходит через некоторое время опять к ним в эту поликлинику и говорит: «Доктор, а я память потерял, помогите мне, пожалуйста». «Окей». «Сестра, принесите мне баночку под номером 100». Приносят. «Спасибо». «Пациент, открывайте рот. Ну там же говно с солярой. Поздравляем, ваша память восстановлена, с вас 5000 рублей». Ну, врач совсем озверел и пришел снова через неделю. «Доктор, у меня беда новая. Я зрение потерял, ничего не вижу». Тут его осмотрел и говорит: «Мне очень жаль, но в вашем случае мы бессильны. Вот вам мы возвращаем 10 тысяч рублей». И дает ему деньги. «Но тут же только 5 тысяч рублей. Поздравляем, вы вновь обрели возможность видеть. С вас 5 тысяч рублей».